Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Крейсер противника потоплен. Сейчас в игре проходит акция «Британская флотилия», в рамках которой нам предлагают приобрести такие кораблики, как «Коллинвуд» и «Хэмпшир». Про «Хэмпшир» я, может быть, расскажу как-нибудь в другой раз, так как крейсер достаточно специфический. А вот линкор «Коллинвуд» мне понравился сразу, как только он вышел, и нравится до сих пор. Тем не менее, это не такой корабль, который бы я рекомендовал всем подряд, а только тем, кто точно знает, чего хочет. Думаю, что посмотрев это видео, вы сможете четко определиться, нужен ли вам этот кораблик. Подробный обзор «Коллинвуда» я выпускал, когда он только вышел, поэтому сейчас не буду повторяться и разбирать совсем все нюансы, а рассмотрим только самое существенное, как в теории, так и на практике. Потому что специально для этого видео я сыграл несколько боев, чтобы освежить впечатление от корабля. По корпусу он сильно напоминает выведенный из продажи «Нельсон», который довольно долгое время был доступен в игре за свободный опыт, и много кто успел его приобрести. Но только у него слабее бронирование, в частности верхний бронепояс и палуба 26 мм вместо 32. В нижнем бронепоясе уже броня получше 318 мм. Но это тоже тоньше, чем у «Нельсона». Носовая обшивка, как и у «Нельсона», 26 мм. При этом нос такой же огромный и уязвимый. Цитадель также торчит над водой. В общем, если «Нельсон» не мог похвастаться хорошим бронированием, в первую очередь за счет огромного уязвимого носа, через который у него можно вынимать цитадель без особых проблем, то у «Коллинвуда», кроме этого, еще и верхний бронепояс и палуба плохо защищенные. И в сочетании с высоко расположенной цитаделью корабль превращается в нехилый дамагоприемник, если влез под обстрел на небольших дистанциях. На больших же дистанциях он уже не так впитывает урон, потому что носовое расположение всех орудий позволяет минимизировать проекцию, и попасть в него с линкора так, чтобы сильно просадить, это должно быть определенное везение. Но фугасами, конечно, корабль выжигается на любых дистанциях, и практически все фугасоплюйки его пробивают в любой участок силуэта. При этом, если у «Нельсона» есть конская суперхилка, то есть ремонтный дивизион, то у «Коллинвуда» хилка обычная по мощности, но с ускоренной перезарядкой. Однако эта перезарядка быстрее не в два раза, как у некоторых линкоров с ускоренной хилкой. Например, у «Массачусетса», у которого 40 секунд вместо стандартных 80, у «Коллинвуда» только 60. Но тем не менее, по сравнению с большинством линкоров в игре, хилка у него откатывается быстрее, и это позволяет частично сглаживать недостаток слабого бронирования. Но только если вы не увязли в фокусе. То есть получить издалека урон, потом отсветиться и отхилиться, в таком режиме линкор может жить достаточно долго. Но в бодром рубилове под обстрелом он заканчивается очень быстро, и никакая ускоренная хилка его не спасает. Однако утверждать, что «Коллинвуд» имеет прям ужасную живучесть по сравнению с «Нельсоном», я бы не стал, так как у него лучше маскировка 12,7 против 13,4, чуть выше скорость 26,3 против 25,2, а также есть гап. Все это позволяет при умелом обращении не так уж и плохо выживать. Главное помнить, что под фокус нам нельзя подставляться категорически, и нужно иметь возможность отсветиться, уйдя от угрозы, ну или быстро устранить ее, отправив в порт. И вот здесь-то проявляется сильная сторона «Коллинвуда», и то, из-за чего он мне так нравится, и играть на нем мне интереснее, чем на «Нельсоне». Орудия. Во-первых, калибр 419 – это рекорд для 7 уровня. К тому же они имеют хорошую точность при Сигме 2.0. Дальность стрельбы выше, чем у «Нельсона» – 19.1 против 18.2. В общем, орудия очень мощные, пробивные и точные. И к тому же имеют расходник на ускорение перезарядки, с которым могут в решающий момент сделать бонусный залп. И сочетание таких мощных крупнокалиберных орудий с этим расходником делают из «Коллинвуда» очень опасного соперника, который, если цель подставилась, может быстро отправить ее в порт или сильно просадить.
Однако орудий всего 6, так что не стоит рассчитывать на постоянно высокий ДПМ. Этот корабль про то, чтобы подловить удобную цель и затем быстро ее утопить. Именно в этом проявляется его красота. Следовательно, чтобы эффективно реализовать Коллинвуд, надо уметь грамотно выбирать цели, аккуратно размещать линкор на карте, чтобы самому не попасть в замес. Все это требует понимания ситуации на карте и мастерства игры. Иначе будет получаться так, что расходник вы применили не вовремя, а без него ДПМ у корабля не такой уж и высокий. А еще и если влезли под ответный огонь, то можно самому быстро уйти в порт. То есть это не так, как на Нельсоне многие играют. Стал позади союзников и поливай себе фугасиками. А ответный урон лечится конской хилкой. Коллинвуд про гораздо более агрессивные тактики и внезапные атаки. А лучшее, чем у Нельсона маскировка и скорость, позволяют реже подставляться под ответный удар. Габ же помогает выживать в торпедных супах и более агрессивно играть против различных торпедных пакостей. Гидроакустический поиск включен. В общем, у корабля очень высокая боевая мощь в нужный момент времени, с которой не зазорно наваливать даже девяткам, не говоря уже про бои на 7 уровнях, где он может просто выносить всех, но при одном условии. Если не подставляться под длительный ответный огонь. Причем на ближних и даже средних дистанциях можно уже и без длительного фокуса получить очень серьезный урон от 1-2 залпов фактически любого линкора, который понимает, как вас пробивать. Не говоря уже про линкоры старших уровней, которые могут вынести Коллинвуд моментально. Поэтому в боях против 8-ок и 9-ок надо играть значительно аккуратнее и осторожнее, чем на многих других линкорах 7 уровня. Да и против 7-ок тоже далеко не наглеть, так как 26 мм брони пробивают калибры свыше 372 мм, которых уже немало и на 7 уровне. Ну и фугасоплюйки разбирают также быстро. По серверной статистике Коллинвуд сейчас входит в 5-ку лучших по урону, но вот винрейт ниже среднего. То есть большинство игроков с него неплохо дамажат, но сами плохо выживают и не успевают повлиять на бой в достаточной мере. Вражеская субмарина уничтожена. Так что это кораблик для тех, кто разбирается, кто ценит в линкорах именно возможность подловить цель и затем максимально быстро в нее влить урон. Крейсер противника потоплен. И умеет выживать на линкорах с плохим бронированием. На мой взгляд, Коллинвуд – один из самых интересных линкоров 7 уровня, но в основном для рандома и фана. Для серьезной же работы, конечно, гораздо лучше подходят такие корабли, как, например, Хьюга, ну или Синоп из прокачиваемых. Эти корабли более стабильны, Хьюга так вообще имбища. Кстати, недавно на канале вышел ее обновленный обзор. Коллинвуд же, конечно, уже ни разу не имба, так как его сильные стороны сполна уравновешиваются слабыми. В отличие от той же Хьюги, где явно перекос в пользу сильных. Надеюсь, теперь вам будет проще определиться с этим корабликом, ну а в ответку вы поддержите канал лайком или чем-нибудь более полезным, чтобы видео могли продолжать выходить. Нужные ссылки в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай. Субмарина противника уничтожена.